Друзья, привет! Это моя разработанная целина. 11 мая здесь был посажен картофель королева Анна. Площадь огорода ровно 7 соток. Весь май шли дожди с ливнями. Обработать картофель не было никакой возможности. Огород зарос сорняками. Начал появляться хвощ. В некоторых местах разрастается пырей, но его очень мало. Также кое-где встречается осот. В комментариях мне написали, что это золотарник канадский. На той половине, которая никогда не обрабатывалась, его очень много. Помимо перечисленных, огород затянут и другими сорняками. Но на мой взгляд, самый злостный – это золотарник. Примерно 25 мая я приходил обкосить участок бензокосой. На это потратил литр бензина. Все настройки культиватора остались с предыдущего огорода. Мотоблок так трясется, потому что культивационные лапы не могут заглубиться. В земле еще много корней пырея, и после дождя она еще переуплотненная. Хотя еще одной причиной может быть то, что стойка лапы имеет недостаточную толщину. Поднимаю стойки на 2,5 см и продолжаю обработку.
Сейчас хорошо видна граница той части, которая никогда не обрабатывалась, и той части, которая была заброшена больше 5 лет. Сорняк в междурядьях еще как-то удалось убрать. А в самих рядках он остался. И больше всего осталось золотарника. Он уже неплохо подрос, и даже если сделать окучивание, то его не засыпет землей. Прочитал, что корни золотарника выделяют вещества, угнетающие растения вокруг. Оставлять его никак нельзя. Выбора у меня не было. Пришлось продолжить обработку в ручном режиме. Срезанную траву я собирать не стал. Она должна подсохнуть, и как только картофель прорастет, сделаю первое окучивание. Предчувствую, что по забитой земле с корнями это будет сделать непросто. Но недавно было видео о доработке дисковых окучников, и они должны здесь сработать. В итоге имеем такой результат. Чтобы его добиться, пришлось потратить около 4 часов. Уже в следующем видео буду окучивать. А пока подписывайтесь, ставьте лайки, еще увидимся.